Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Инстаграм поделилась публикацией по случаю 8 ноября Дня Победы. Публикация, говорится. Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с первой годовщиной славной победы, завоеванной в Отечественной войне. Сложно выразить словами все чувства и эмоции, живущие в наших сердцах и дарованные нам Всевышним. Каждый азербайджанец ждал победу. Каждый азербайджанец по праву гордится этой победой. В этот знаменательный день хочу выразить безграничную благодарность вооруженным силам Азербайджанской республики, нашим героическим солдатам и офицерам, бесстрашному президенту, который всегда держит свое слово. Да упокоит Аллах души наших незабвенных шахидов. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими героев, которых готовых отдать жизнь за Родину. Азербайджанский народ, живи вечно с высоко поднятой головой. Все мы вместе прошли тернистый, трудный, но славный путь. Путь к великой победе. Как народ-победитель, священный долг каждого из нас – защищать независимый Азербайджан и наше единство. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и нашу Родину. С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан. Füzuli bizim, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Kubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kelbecer bizimdir, Şuşa bizimdir. Karabağ! Karabağ!